Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Купальный сезон еще не начался, но на пляже, который находится по улице Труда, уже видны следы пребывания человека. Причем в основном это битые бутылки. Всякое бывает. Все стекла видишь, все набитыми. Да. Неприятно. Представьте, если человек босиком встанет на осколки битого стекла. Травма обеспечена. Мелочь безответственная и травмоопасная. Находимся в самом центре города, на автобусной остановке второго маршрута. Если приглядеться, то можно увидеть, что основание остановки складывается пополам. Нет, это недавно, это на прошлой неделе не было. Если верить словам пассажира, то произошло это совсем недавно. Но то, что мы с вами видим, явно пугает. Ну а мелочь это требует ремонта. Вчера утром телефон в нашей редакции просто разрывался от звонков водителей Кунгура. Дело в том, что на улице Бачурина появилась разметка. И согласно ей, свернуть водителю к дому или магазину не представлялось возможности. Вот эту, ты видел, что там сделали на вокзале? Они просто сплошную сделали и все. Даже элементарно получается ни с лидера не выехать, ни с вокзала таксистов на этом не выехать. Знаете, что радует в этой ситуации? Утром того же дня дорожники исправили свою ошибку. Вот то место, где была сплошная. Как видите, сейчас здесь можно ездить. Мелочь несуразная, но тем не менее исправленная. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – магазин «ГАЗ-детали машин». Телефон 312-11.